Всем здравствуйте. У меня, ребят, такая возникла мысль, очень странная в голове. Пройти Boulder Dash для БКшки с одной жизни. Вот с двух я проходил, то есть одну жизнь я тратил, и со второй как бы я проходил. А с одной такого еще не было. Да, по-моему, еще таких видосов-то, в общем-то, и не было. Ну, вот однозначно. Специально, ребят, для фанатов данной игры. Ну, я не скажу, что будет прям супер стелс, но постараемся. Постараемся не тратить время лишнее. Ну так, не до безумия, конечно. Не смогу, сокращу, я не смогу, не сокращу. Сейчас Диломас скатится под камень, естественно. Ну, тут только так. Тут только так. Офигенно, да? Нормаль. Ух ты, вот у меня тут такая идея. На этом уровне можно сэкономить, ребят, аж примерно где-то, ну, наверное, секунд 30 точно времени на прохождение. Сейчас поглядим. Должно получиться. Это один из поздних моих способов прохождения. Кстати, играем мы не на разогнанной БКшке. То есть я ничего тут не разгонял. Все как есть. В оригинале. Полностью. Отличненько. Так, чайку бы хотелось попить. Ладно. А вот здесь мы так сделаем. Это однозначно самый быстрый способ, который только есть. Ну, почти самый быстрый. Можно быстрее было, ладно.
А вот здесь я вот так хотел. Хотя не знаю, это правильно, неправильно, но посмотрим сейчас. Что выйдет с этого? А вот что и получится хорошее. А, нормально, нормально, отлично. Наверное. Ну, на удивление, даже, по-моему, неплохо вышло. Супер! Только один вариант. По-другому уж никак. Быстрее не получится. Невозможно. Хотя можно было не убивать этих бабочек. Ну, лучше как бы... Ладно, фиг с ними. Нормуль. Не совсем это хороший способ, ладно. Но зато он быстрый.
Ну. Здесь можно еще быстрее сыграть будет, если вот так сделать. Три семерочки, прикольно. Ох, как я, ребят, давно еще версию Boulder Dash, в которой вот эти вверху животные, они не убиваются сразу же камнями, они как бы живые, их надо валить. И причем вот сейчас вот там в нижней части экрана тоже там были бабочки мины, их надо было убивать. А вверху, где вот эта загогулинка, там был камень еще. Вот что это за версия, ребят? Просто офигенно крутая. Это крутейшая версия Boulder Dash. Теймур еще. Да, бывает, подлагивает, но это ерунда. Так, я успею? Я успел, молодец. О, прикольно, можно здесь, что весело, можно жрать алмазы, которые не только сбоку. Ну, короче, в полете можно жрать алмазы, которые вниз летят. Вот ты, ну, прямо что-то у меня прям тут получилось сразу. Сейчас должно двоих прихлопнуть. Угу. Это не всегда получается, но иногда получается. Здесь мы попробуем вот так. Сократим время, да? Все отлично, идеально. Чайку надо попить. Что-то как-то я не успеваю. Ладно, все-таки стелс. Потом чаек попьем. Хочется, ребят, прям идеально сыграть. Насколько это возможно, конечно. Что-то где-то хорошо бывает, что-то где-то не всегда хорошо, но... не совсем хорошо. Нормально, нормально, нормалек сойдет. До микросекунды я не буду тут пытаться, конечно. О, ну вот это идеально было сыграно. Так, что делаю? Что я делаю?
последняя бабочка, которая отлетает влево, она чуть-чуть лагает. Это, ну, так задумано, кстати, было. Между ней расстояние чуть меньше. О, обожаемый уровень наш. Ну да. Супер. Супер. Так, подожди, я что это сделал? Какую-то опять лажу я тут натворил. Большую. Так, подожди, я есть. Это, блин, время потратил тут лишнее. Ладно. Переигрывать-то не буду однозначно. Ну, зато тут нормально, не накосячил. Ну, прям супер идеально пройти нельзя, я говорю, ну прям супер, прям, чтобы вообще там... Комар. Я думаю, что это меня кусает там. Злая тварь. Да садись-то уже. Так. Так и задумывалось, в общем-то. Однозначно так задумывалось. Прям вообще так. Но вот так нет. Это моя инициатива. Бабочка, ты вообще не хочешь сюда пойти? Я тут не хочу убивать, я тебя вот здесь хочу. Ага. Комар, я тебя вижу, но я не могу отвлечься. Че, умереть хочешь? Ну, если прям идеально сыграть, то должно получиться следующим образом. Да. Но оно получилось. Перфект.
А тут почти всегда получается. А вот смотрите, ребят, прикол какой. Если бабочку... Короче, если в начале игры пойти сразу же вниз, дохнет бабочка справа. Если идешь в любую другую... Если идешь в любую другую сторону или вообще ничего не делаешь, она тогда остается живой. Такой, не знаю, прикол кто-нибудь знал. Я тоже знал, что иногда она дохнет, но... Не запоминал закономерность, не понимал, почему такая. Ну, теперь это факт. Так-с, поехали. Отлично, новый способ придумал, еще быстрее. А вот тут все проходится несколько по-другому. Это тоже старенький способ, но он 100% на ПК-шке работает. Вот на виндовой версии он не работает почему-то. Там немножко не в другую сторону идут бабочки почему-то. Чуть-чуть, но в другую. Блин, опять этот баг. Чего страшного? Тут нельзя торопиться. А нафиг надо. Я не знаю, чем этот способ плох. Вот это было шикарно, да? Троих одним алмазом, троих. Я вот специально так постарался сделать.
Но вот почему-то только на этом уровне она получается чаще всего. Как я помню, этот уровень на хреновых клавиатурах проходили. Это капец. Никогда ничего не срабатывало. Хорошо, если на БКшке хотя бы половина клавиш нормально работала. Та блин, да что ж такое, что за уродство? Что так вышло? Так, ну еще как-то можно постараться вот так ее прищучить. Да, можно, даже нужно. Надо, чтобы обе пошли. Ух ты, ну это я молодец, это я очень молодец. Ну, 10 других способов, как бы, не знаю особо-то. Так, чтобы прям совсем по стелсу, но вот это самый вроде как быстро получается. А ну сейчас еще раз проверим, стабильный ли этот способ. Да, он стабильный, правда, блин, опять эти лаги меня подзатрахивают. Так. Наконец-то получилось. Не кайфовый это уровень был. Вообще не кайфовый абсолютно. Да, камень мешал. Некрасиво, когда камень. О, пошло дело. Ну, да, ребят, это старый. Самый мой старый способ прохождения. А я про него тупо забыл. Тут все проходится прям элементарно. Неужели? Что вы говорите? Опять что-то вот клавиатура вот не всегда срабатывает с первого раза у меня.
Да и фиг с тобой. Правильно же, ребят? Ну тут вообще без вариантов тут. А, чу. Это мой, кстати, один из первых способов прохождения. Самый-самый почти древний. Что дальше? Да как же тебя коробит? Что ж там? Так программа захвата так подлагивает, блин. Какие-то фризы получаются иногда вот. Да, у меня на четвертый раз лучше всего получается. На третий, на второй как там что-то. Надоело, давай куда-нибудь уже иди. Да и 500 красиво. Короче, красивые цифры. Пусть помирает это. Фиолетово. Ну что, ребят? Это однозначно лайк, это рекорд, который я уже перебивать, но его перебить невозможно просто, наверное, там. В теории, если там какие-то секунды сэкономить только. Если, ну, это не буду этим заниматься маразмом. Засекайте время. Засекайте время. Теперь можно чайку попить.
после чистки компьютера кулер затарахтел на процессоре. Да, что это тарахтит такое? Видели, вот как звук такой? Это что-то подлагивает. Бывает такое. Это рассинхрон. Ничего страшного. 86 жизни, ребят. Ну все, больше набрать невозможно. 2580 набрали. О, 5300, ничего себе. Хрена себе. Введите ваше имя. А какое у меня тут имя? А, тут какая-то раскладка своя. Г. Почему Г? Да, здесь какая-то раскладка, не квертовская. Ладно, не буду ничего вводить. Ребят, все, мою игру прошли. Насчет рекорда я посмотрю, какое там время у меня, и пропишу тогда. Ну, пролистывание уровней это уже не считается как бы прохождением. Прохождение от первого уровня по 75. Ребята, обязательно ставьте лайк. Таких видосов точно вы нигде не увидите. Однозначно. Пожалуйста, подписывайтесь, ребят, пишите комментарии, что вы об этом думаете. И, ну и желающие, ребят, поддержать канал как-то, кроме лайков и подписок. Ссылочки будут в описании. Все по вашему желанию. Завсегда спасибо. До новых встреч!